Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в маленькие ночные кошмары. Вот, мы в той серии попали в плен, ну как в плен, нас сманила еда. Кстати, заметь, в той серии я сохранился там за дверью, и у меня там прошло сохранение. Но сохранение почему-то не сработало. Я не знаю, здесь как-то криво работает. Они работают так, как им угодно. Потому что когда мы зажигаем лампадки, вот эти, это по сути контрольные точки. Но здесь почему-то именно контрольная точка не сработала. Давай. Хорошо. То есть у нас вот здесь вот все было с тобой. Вот здесь я ведь, видишь, сохранился, у меня здесь это было. Ну, что-то как-то так. Нам не сюда. Я понял. Нам куда-то в другое место. Понял. Чувак, поехали, покатаемся. Эх, да я ж успел. Да блин. Только не говоришь, что с самого начала сейчас как он там руки будет тянуть. Да блин. А, здесь можно типа раскачаться. Чтобы быть ближе. Вот так. К народу, так сказать. Чтобы быть ближе к народу. Так. Замечательно. Одну загадку преодолели, появилась другая. А что в этой комнате делать? Можешь просто толкнуть? А может где-то нажимная пластина? А что делать? Комната пустая, я ничего не вижу. А, да, наверное, да. Наверное, тут надо по решетке, правильно. Хорошо. Вот опять же, я на типа свечку зажег, это типа сейв, то есть сохранение. Но сохранение здесь не работает. Они работают так, как им надо. Тихо, тихо. Куда ты, блядь, руки свои суешь? Здесь никого нету. Мужчина, а вы куда? Мужчина, у вас руки такие длинные. Вы, наверное, чем-то занимаетесь, да, профессиональным. Даже не знаю, чем. Чем-то явно вы занимаетесь. А вы зачем это там делаете, вот это вот? Так, хорошо. Непонятно, зачем он это делает. Извращенец какой-то. Что здесь забыл? Иди отсюда нахуй. И там, ищи там. Так, а зачем нам здесь ботинки, кстати? Не знаю, зачем нам здесь ботинки, мы смываемся просто. Я думал, ботинки, может, как-то отвлечь надо. Просто смылись. А знаешь, сюда они выкидывали маленькие ботинки. Да, они сюда выкидывают ботинки. То есть людей, ну, детей, как это там, как, кого они там
В тряпки зачем-то окутывают. Мумифицируют. Не знаю зачем. Видимо. Не знаю. Я не знаю. Очень много ботинок. Возможно, где-то здесь маленькая китайская фабрика. Ой. А что здесь за хрень? О! Этот монстр ботиночный. Ботиночный монстр, ребят. Самый страшный это страх, знаете, этого Гена Букина. Если кто-то знает, кто такой Гена Букина, значит, вы такие же старые, как я. Вот, потому что Гена Букина знает мало кто. А куда дальше-то? Осмотреться. Ага, нам надо как туда успеть. А как я туда успею? Я не успею. Хорош. Чуть не промахнулся, блин, ребят. Прикинь, сейчас промахнулся. Вот была бы обидка. Вот была бы обидка. Там что-то опять открывается. Закрывается, нафиг побежали. В жопу. Здрасте, мужчина, мне пора. Мне пора домой. Мне пора домой, а вы меня не тронете, потому что я женщина, а женщин трогать нельзя в наше время. Так, наверное, сюда наверх. Почему сюда, непонятно. Ай. Попался. Попался, я попался. Плохо быть мной. Давай попытка номер два. А, вот сюда, наверное, надо. Че это уплю-то? Сюда, наверное, надо сесть и сидеть. Все, меня здесь нету. А я туда залез, что-то сюда залез. Да не вижу ни хрена, я говорю, темно. У него, заметь, ножки маленькие, а руки длинные. И голова большая. То есть он вроде бы должен быть умным и как бы рукастым. Ну, рукодельником. Но при этом плохо развит в спортивном плане, потому что у него маленькие ножки. О, грибы меня спасли. Как всегда. Грибы молодцы. Эти как у лисички. Лисички меня спасают. Так. Что здесь делать-то? Двигаем. Оп. Так, здесь ничего. Тихо, обезьянка, успокойся. Так. Аккуратно идем. Черт сверху так может зажечь, он же слепой, он сразу ничего не видит. Можно его будет потом, наверное, обезьянками отманить. Подожди. А чё сюда пришел? Так. О, гейша. Не знаю, зачем сломал. Кстати говоря, я уже там одну находил, еще одну. Это либо ачивка, либо... Не знаю. Знаете, в некоторых играх бывают такие, когда вещи там что-то трогаешь, то в конце босс... Босс становится либо легче, либо сложнее. Вот, к примеру.
Такое тоже бывает. А мне куда? Мне туда, да? Что если мы возьмем? Иди. Чуть меня рукой не задел. Паскуда. Ой, жопа. Ой, жопа. Залази. Хорош. Сейчас руки сюда, наверное, свои тянуть, да, будет. Проклятущие. Не, куда-то ушел. А. Ага. Очень интересно, ничего не понятно. Так. У нас здесь тряпочка заканчивается, да? По ней можно, по ходу дела, так ходить. Жопу себе. Так, нам надо брать сапог. Сапоги сейчас в цене, в моде. Оп. Побежали. Не знаю, почему сюда, не знаю, на автомате, ребята, как-то бегу. Так. Давай, давай, давай. Вот проходи. Ура. Темно, блин, как в жопе, ничего не видно. Давай, 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 давай. Нам надо, видимо, на рояль. А можем сюда залезть? Ага. Хорошо. Так. Что страшного? Ни хрена у них здесь книг, да? Ну я говорю, он башковитый мужик. Башка-то большая. Значит, почитать-то любит. Почитать-то он любит, значит. А если любить почитать, значит умный. А чё ж хрень всяко страдает? Так. Главное не упасть. Самое главное, ребят, в этом деле... Чё трогаешь? Не надо тут трогать. Ты что там ищешь? Там ничего нету. Ну, там есть, может, для тебя что-то, но тут нету. Иди отсюда. Там вот свечка сверху. А, здесь нет никого. Мужчины, здесь нету никого. Могу вот сюда забраться, да. Я что хотел, что я сюда лезу-то? Кто-то спросит, ты что сюда лезешь? Здесь свечка. Ага, так. Заебись, поставил свечку и упал. Ну немножко тут ракурс такой, непонятно, куда она там... Зачем я свечку зажигал, скажите, пожалуйста. Ну, если... Свечка же это сохранение. Она не работает как сохранение. Она просто красиво горит. Сейчас опять щупать там будет, да?
Тык. Все нормально. По стелсу. А че не прыгаешь? Куда я лезу, непонятно. А, дырка, не вижу. Просто темно, ни хрена не видно. Так, кладем здесь. Включаем, наверное, телевизор, да, тут. А тут что-то есть сверху. Грибы есть? Бам, тика, на мика, бам, бам. На. Давай, иди сюда. Я тебе телевизор включил. И махи. Экономика. Иди экономику слушай. Та песня. Ай, ай, экономика на кай. Ай, хай. Теперь назад. Ага. А, то есть все это я делал только ради этого, да? Прикольно. А. Что мне кажется, лучше там не проходить. Что мне кажется, нам вот это надо. Тихо. Что-то мне кажется, что нам надо двигать вот этот мусор. Так. Да нет. Прыгни. Вот так вот, да. Делает все не так, как надо. Я нажимаю ей прыгать, а она не прыгает. А, и теперь здесь, наверное, да. Нет. Ой. Хорош. Упали. Молодцы. Замечательно. Ну а что, дверь открылась, я упал. Ну а что, с кем не бывает. О, господи, ну блин. Так, открыли аккуратненько, сразу слезли. Не катаемся на дверях. Аж двери здесь опасные, полов нету. Козел. Свои руки потянул. Только не говорит, что опять сейчас в тележке. Слава богу. То есть опять бы сказали мне с тележки. Давай это. Вот сраные ручонки его проклятущие. Эта ручонка здесь будет? Нет? Где эта ручонка-то? Ручонка где-то здесь должна быть. Ух ты, блядь, какой. Иди отсюда. Иди отсюда, убери свои руки. Мне надо как-то проскальзывать, да? Когда он, видимо, трогает верхнюю трубу.
Да, мне надо проскользнуть было. Это кто там? Дом нет никого. Блять, как ты заебал меня. Руки, 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 нахуй ему руки оторвать. А что сделать? А что-то надо сделать, да? Там нет никого. Ага. Ага, типа бойс, босс, босс, босс. Пошел босс. Нет, ну... ну, босс, рейдовый босс. А, можно было здесь стрелять. Так, мне надо, чтобы у него... Так, вот его пальчики сюда скользят. Давай, убирай руку. Так... Хорош, отходим. Хорош. Сейчас, 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 сейчас. Вторую надо железячку оторвать. Заходим сюда. Хотя вот здесь можно, кстати говоря, было проскользнуть. Есть. Минус руки. Все нормально. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, отстань. Ну, теперь руки будут покороче, да? Как он там бесится. Ой, ну, я секрет, ему руки оторвали. Да, я бы тоже так побесился. Если бы мне руки-то оторвали. Давай, давай, просыпайся. Мы где? Мы в канализации, да, где-то. Хотя бы сюда, что ли, залезла, то прям сиди там под этим. Под зонтиком. Ой, под зонтиком, под этим. Прям под дождем. О, крюки, можно зацепиться? Нет? Понял. По-любому надо зацепляться. Ой. Извините, вы что здесь перевозите-то? Ага. Поехали. О, повар. Какова твоя профессия? Повар. Или как там? Не помню. В общем, ты знаешь. Если ты помнишь этот мем, значит, ты такой же старый, как я. Ну вот. Так. Опять кушать хотим? Какая ненасытная женщина. Не, ну правильно, кушать надо. Стресс все-таки. Бегаем много. Бегаем много, стресс. Кушать надо. Сжигаем калории. А судя по всему, она не очень-то у нас упитанная девочка. Это же девочка, да, насколько я знаю. Ну, как говорится, голод не тетка. Ты не ты, когда голоден. Знаешь, как в этой в знаменитой рекламе. А что-то все, ее просто загрызло и все. Кровь может попила, не знаю. Включи, пожалуйста, ага.
Мне надо что-то двигать. Надо вот это двигать. Так, мы что, на кухню заходим? К повару? Он тут мясо готовит, да, как я вижу? Да ты хорош, открывай! Здесь мясо уложено, видите, вы это. Все, все нормально. Это говядина, ребята, если что. Если что, ребята, это все говядина. Че? А, видите, сосиски снизу. Ну да, я говорю, говядина. Вкуснейшая, отборная. Так. А, повар-то у нас здесь, по-моему, зрячий. Да, повар здесь зрячий. А не знаю, он увидит фонарик, если я буду светить? Ну да, я говорю, говядина, видите, рыбка. Блин, рыбка сейчас тоже поел, жареный. Так, берет сосиску, закидывает туда. Нормально, да, готовит? Нормально, мужик знает толк готовки. Великолепно. Сосиски вон варятся у него. Все хорошо. Вот как, блядь, меня увидел? Пошел ты нахуй. А ты подожди, а как ты меня там увидел-то? Ну, а, ну он нафаршировал мной рыбу, нормально. Нормально. Будет вкусно, вкусно, ребят. Фаршированная рыба мной, это самый лучший деликатес. А я ж не понял, как он меня увидел? Вот это вопрос. Так, нам здесь, да, надо сидеть? Потому что мы не успеем, да, по таймингу, да, мы не успеваем, он идет сюда сейчас. Или мне этот гриб поганый испортил мне все? Непонятно. Так, я успел. Нет здесь никого. Мужчина, вы ошиблись, здесь нет никого. Ведь, пожалуйста, дальше готовьте. А, он здесь теперь будет готовить. Он по кругу ходит или как? Перчик, правильно, правильно. Готовит хорошо, мужик. Жена, наверное, есть. В любом, рукодельниц. Рукодельниц. Чуть такой. А, это рыбья голова. Ой, третий подбородок чешет. Смотрите. А, у нее, да, у нее три там подбородка или пять, непонятно. Не считали. Ученые этим занимаются, но никак не могут подсчитать. А меня здесь нет. А как-то он меня так увидел-то под столом-то, глазастый. Да нет, там никого. А как-то он меня так под столом? Я думал, стол — это защитная мера. Так, что он там будет делать? Ага, посыпал чем-то невидимым. Ага, хорошо. Помариновал. Ну, рыбку они кушают, фосфор там, кальций.
замечательно. Так, теперь нам надо туда принести ключ. Классно. Так, как нам здесь поаккуратнее пройти, потому что на джойстике это все проще. А так я играю не на джойстике, а на клавомыши. Это все сложнее. Здесь никого нет. Да. Обязательно достанешь. Как только похудеешь, так и достанешь. Бесись. Бесится. Не его, вот и бесится. То есть, подожди, а мне придется откуда идти-то? Так, двойной ж унитаз. Это его двойной унитаз? А срака-то не умещается, да, на одном унитазе? Так. Еще один повар. Спать, толстожопая. Нет здесь никого. Куда он пошел? А куда он пошел, правда? А он придет сюда обратно-то? А, видимо, нет. Или да? Или нет? Надеюсь, что нет. А, он, видимо, в туалет пошел. Ну ладно, пускай там что-то делает. Там, где он делает. Мы пойдем ключик понесем. Опять тут все тайминги такие. Так, что он делать будет? Давайте. Мы, наверное, не проскочим. Мы, наверное, ребята, не проскочим. Надо ждать опять, когда он сюда зайдет. Сейчас он опять сюда пойдет. Угу. Сейчас, когда он туда пойдет, мы пойдем туда. Фу, господи, ты иди отсюда, больной. Еще как-то на кухню, кто тебя на кухню-то пустил? Вечно эти больные, блин. Ходит, кашлюет. Так, хорош. Так, здесь что?
Ой, подожди-ка, здесь, по-моему, что-то надо это будет. Ага. Там что-то, по-моему, что-то сосиски, что ли, надо что-то удлинять. Да. Что, только одна? Короче, здесь надо будет цепочку из сосисок делать, ребят. Да, это я помню. Да ты чё? Здесь надо будет цепочку делать из сосисок. Угу. То есть крутить рульки вот эти вот. Нульки. Так. Ага. Здесь холодильник, блин. Разобьем гейшу эту. Не! Вот такой это я бессовестный. Что-то здесь есть или что? Или я куда? Нет, наверное, ничего нет. Здесь, наверное, типа сохранка вот эта. Так. А сколько мне там сосисок надо? Кто-нибудь в курсе? Две-то хватит? Или нет? Наверное, не хватит. Так, подожди. Ты, рулька. Давай, иди сюда. Так. Да не цепляй ее. Ага. Ты сюда. Так, там что-то еще есть наверху? А две-то нам хватит? Мне кажется, нам две может не хватить. Или нам хватит две? Ну там три получится, там маленькая сосиска получается. Да может не хватить. Угу. Или хватит. А, не, может. А, не, хватило. О, классная штука, да, сразу. Мясо туда крутишь, раз у тебя сразу свежая готовая сосиска. Классно. Классно, здорово. Надо серию закончить. Давай. Холодно. А здесь зачем это? Ага, здесь, наверное, прятаться надо будет. Подожди, а, я, кажется, помню. Сейчас приедет хрен. Да. Совершенно верно. Приехал дядюшка Мороз. Он приехал зачем? Зачем-то. Здесь ничего нету. А овощи что там? Овощи, мясо. А, у них же тут мясо. Кстати говоря, заметь, у них овощи что-то. А, нет, смотри, сыр, пармезан, о. Пока. Я поеду покатаюсь. Так. Ага. Так, мы пока здесь переждем. Сейчас он перебесится. Так, а здесь никого нет, ты чё?
Я вообще хотел закончить. Так, у него там этот. Так. Как нам его отвлечь? Или он сам отвлечется? Ты что не делал? Будешь еще? Или ты здесь будешь стоять? И в жопе ковыряться? Ключ-то вон лежит на столе. Нам, видимо, что-то здесь надо сделать. А, нам надо здесь подключить. И просто сваливаем. Опять взбесился. Блин. Что здесь за унитаз? А, блин, ключ-то надо было. Ах. Я думал это. Успеем, нет? Нет! Нет! Да пошел ты нахрен, блин, козел. Я думал, я успею, блин, козел, козел. Я запутался, ребят, запаниковал. Да, блин, опять ключ вытаскивает. Да что такое? Есть. Куда-то я смотался. Я смылся, ребят. Я просто смылся. Так. Так, здесь они посуду моют, да? Нам здесь что, опять надо что-то этот искать? Ключ какой-то или что? Здесь никого нет. Здесь нет никого, мужики. Все, потеряли? Пента какая у вас? Пент вообще это как бы мощь средств не жалеть, что ли? Успокойтесь вы. Да блин, окружили. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. Откуда мы хоть начнем? Я надеюсь, не оттуда, не с ключа с этого. А ну отсюда. Ну ладно. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.